рассуждения. Вы мне показали своим жезлом, когда я уже был, проезжал мимо вас. Я не увидел сначала. А потом увидел? Потом увидел. Там перекресток был, почему я должен снимать? Спектр у вас останавливает. Что? Там где же зона какая-то специальная? Поэтому вы решили не останавливать. Нет, еще задал вопрос. Поэтому вы решили не останавливать. Вы меня увидели и, проигнорировав мой жест, поехали дальше, правильно? Проехал, потому что я еще не успел остановиться на вас. Вы поехали, да, ваш сигнал. Все, сначала, ну... Сначала не увидел, а потом уже увидел. Почему вы, когда увидели, не остановились? Почему вы проехали перекресток ничего? Куда вы проехали? Вы здесь остановились? Ну, конечно, я должен был проехать перекресток. Следующий вопрос. Почему от вас алкоголь говорят? Меня не может. Да, конечно. 264-й. Подскажи мне, это рука? Документ в стране не будет у вас? Вот, да. Что угодно. В прошлый раз не было отстранения никакого. Мне дали на машине ехать. Странно, что это суд. Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Пьяный? Не знаю. Приказали, документ поставили, пока я ездил. Мне поставили документ, я пьяный. А документ, то, что я отстранил, мне не предоставили. Предоставили его только в суд. Как это может подумать? Нормально? А, ну и тогда звуки здесь не будем. На порядке Вы мне предлагаете полазить по интернету? Если вы думаете, что ваше право нарушается, то... Нет, ну как? Смотрите. Есть документ, да, например, смотрите, 18.03.2016, да, соответственно, он каким-то годом должен подтверждаться, правильно? Ну, где здесь показано, что он чем-то утвержден, обычно ставят печать, вот здесь, тынь, дата, он утвержден такого числа, нет? Погодите, я вот второй... Погодите, у нас время ограничено, да. Давайте погодите. Поставим вопрос по-другому. Сейчас, вопрос поставим сейчас. Покажите мне документ, где он... Погодите. Сомнению данный приказ, вы делаете это, пожалуйста, в суде с адвокатами, но нет, вы здесь погодите. После того, как я получил документ, который я должен прочитать, я имею полное право прочитать его вдоль и поперек, правильно? Не знаю, мне написано. Где написано, что я не должен его прочитать? Я буду читать его полностью. Вызывайте дежурного или еще кого-то. Я сейчас буду вызывать своего адвоката. 100%. Только побыстрее. Как? Я сначала должен ознакомиться. Я сейчас отказ оформлю. То есть, да, пишите отказ. Пишите отказ. Моей рукой? Своей. Ну, пишите отказ. Ну, как? Не я же отказываюсь. Да. У меня все записано, не переживайте. Вы будете проходить в себе? Я буду. Когда вы будете? Сначала ознакомлюсь. Сколько времени вам надо для ознакомления? А насколько дается на документ вот это ознакомление? Как, порядок времени сколько еще дается? Еще раз повторяю, данным приказом предусмотрено ознакомление с ним, и тем более регламент по времени тоже не прописан. Ну, значит, я имею полное право ознакомиться с этим документом. Полностью его прочитать. Дома изучаете? Ну как это дома? Нет, я буду здесь изучать. Вы Конституцию Российской Федерации знаете? Не знаете все правила? Давайте. Она в доступе. Я имею право полностью почитать этот документ? Я же кредит прихожу, беру, я должен ознакомиться. Вы можете снять на видео, как вас снимают. Не, погодите. Закон мне дал право, перед тем, как вот эту бумагу написать, что я должен сначала ознакомиться с ней, правильно? А потом уже что-то подписывать. Не написано об этом нигде. И не написано, что я не должен ознакомиться, правильно? Вы можете ознакомиться, можете, но не обязаны. Обязан. А свидетельство обязан. Пока я не ознакомлюсь, проходить ничего не буду. Я не отказываюсь. Если вы будете его неделю читать, я буду здесь неделю жить, да? Ради Бога. Сейчас напишут тебе все. Нигде не написано это. Я обязан. В документах везде написано, что я обязан ознакомиться с документом. Так ознакомливайтесь. Ознакомливаюсь, я должен его прочитать. Я не могу подписать то, что я не вижу. А вы не должны подписывать этот приказ?
Я буду... Вы нигде не будете расписываться, что ознакомлены с приказом 930. Как? Нет, я продуваться буду, я же буду расписываться вы за это. Вы будете расписываться за свои показатели, что у вас... Погодите, будет. Ну правильно. Соответственно, перед тем, как продуться, я должен прочитать зачем? Вот это. Как зачем? Я должен зачем? Знать закон. Вы на основании чего? За своими показателями. Погодите, я ознакомлюсь, продуюсь, я не отказываюсь ни от чего. У меня все покажет, как должно быть. Я болею там, я имею полное право. Я могу даже отказаться из-за того, что я болею.